Всем привет! Вот сейчас находимся на маленьком тракстапе. Как мне нравится. Вот здесь только два трака стоят с нами. То есть здесь тихо, шума нету. И хотел сказать, вот здесь вот напарник, он любит смотреть эти видео, где... Это кастрюля. Где водители там рассказывают, блогеры есть. Я посмотрел, что многие из них, они питаются просто вот, ну, как сказать, на... типа, чтобы не на тракстапах, как называют junk food, а берут с собой продукты, ну, которые малокалорийные. Поэтому я хотел сказать, что все подводники, эти моряки, они очень хорошо питаются. Поэтому, ребята, хочу показать вам, как бы, чем надо питаться и как можно это делать. Смотрите, вот, обратите внимание, это называется примус. Вот он такой вот. У многих он есть, то есть безопасный он тем, что его надо отключать постоянно. Если его не отключить, слышал случай, у кого-то там протекал газ, потом он решил закурить и сорвало крышу в траке. И это, ну, вроде человек остался живой, поэтому это хорошо. То есть он не включается, видите, здесь, а если как бы он не может включиться, пока баллон не под... не отключенный, то есть вот потом баллон включился, он пошел, работает. Берете сковородку, и хочу показать, что можно готовить здесь. Чайник, как видите, у нас есть электрический. На этой плите очень быстро все готовится. То есть можете брать с собой, например, красную рыбу, да? Можете брать вот не ту лапшу, которую там, как говорится, бомжа-супчики, которую... А вот есть такие вот супы, которые 3 минуты готовятся, и все будет работать, будет нормально. Так, вот смотрите, у нас холодильник не сильно большой, ну вот, все органик. Это нас угостил один вот водитель, Рома. Thank you, Рома. Попробовали нормально. Потом здесь у нас как бы небольшими этими порциями можно брать... варенье, все другое. Здесь вы видите мясо. Ну, еще что у нас тут есть? Красная икра. Вот это очень как бы нормально полезно для водителей. Потом также само вот видел шпроты, там всякие, это тоже неплохо, то есть консервированные продукты. Ну и несколько у нас сортов сыров есть. Вот адгейский сыр, надо чуть-чуть холодильник убрать, что-то сильно. Потом также можно и хэмбурги делать. Вот здесь у нас есть чикен, мясо. Вот здесь еще сыр. И самое важное, это чтобы был лук всегда. Лук должен быть в траке и чеснок. Это самые важные две вещи, потому что это, во-первых, витамины. Во-вторых, это антибиотик. И поэтому, ребята, будьте здоровы. Так, и помните, что... от вашего здоровья зависит многое, да, сколько вы сможете проехать, и поэтому, если вы нездоровые и чувствуете себя плохо, то эта аварийная ситуация может привести к трагическим этим последствиям. Поэтому желаю всем хорошей дороги, удачной дороги, счастливого пути, всем пока!